«Бой с тенью». Под таким названием одновременно в нескольких городах стартовали массовые флешмобы. В Анапе в акции приняли участие свыше 100 воспитанников детско-юношеских спортивных школ. С большим праздником спорта участников мероприятия поздравил глава города Юрий Поляков. Я хочу обратиться ко всем спортсменам, к тренерам, к ветеранам спорта, поздравить всех с таким знаменательным праздником, пожелать всем здоровья, спортивных успехов, самых высот в спорте. Всех с праздником, удачи всем! Сегодня только показательные выступления. На сцене как опытные боксеры, так и новички. Спортсмены демонстрируют все, чему научились за годы тренировок. По словам представителей Федерации бокса в Анапе, цель мероприятия – заинтересовать спортом как можно больше людей, показать преимущества здорового образа жизни, а также отметить высокие результаты анапских спортсменов. Популяризация бокса – то, что показать, что федерация работает, именно работает для города, чтобы наши спортсмены… Наших спортсменов знали не только здесь, а вообще по всему миру. Конечно, рады все, потому что Международный день бокса, который проводится по всей России, и в нашей Анапе это впервые, это новое. И я думаю, это уже будет традицию каждого года. В Анапе бокс как спортивное направление достаточно развит. Есть и свои чемпионы. Рафик Рафаэлян занимается кикбоксингом уже 10 лет. Сегодня на главной сцене города ему вручили благодарность за победу на первенстве России. Золото спортсмен рассчитывает взять и на чемпионате мира, куда отправится уже в сентябре этого года. Кикбоксинг для меня, ну, самый любимый вид спорта. Как бы и затягивает самого туда. Каждый день тренировки, готовимся, соревнования. Вот больше всего, вот когда выигрываешь какие-нибудь серьезные соревнования, тебя еще больше туда затягивает и хочется чего-нибудь еще больше выиграть. Сейчас анапские боксеры готовятся к еще одному важному спортивному экзамену. 29 августа в городе-курорте пройдет турнир по боксу класса А. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анаплигин.